Ну вот красивые ватрушки на тарелочке лежат, когда их расположат с удовольствием. «Мудрость и свет» – так названа была концертная программа, посвященная Дню пожилого человека. А до ее начала в Малом зале районного дома культуры была организована выставка. Люди золотого возраста, трудолюбивые и очень талантливые во всем. На выставке они представили выращенное на своих участках, оформленное в интересные композиции, приготовленное с большой выдумкой разные вкусности. В прошлом году у нас был конкурс «Дары осени». Мы заняли первое место на этом конкурсе. Сегодня мы принимаем участие в конкурсе «Кулинарный восторг». Привезли мы сюда на конкурс пироги, каравай, торт, булочки различные, различной формы, шаньги, салаты, и блюда из мяса, блюда из рыбы. И, ну, надеемся, что мы, может, какое-то место и займем. Ежегодно в этот праздничный день под руководством Курагинского районного совета ветеранов в районном доме культуры проводится конкурс «Кулинарный восторг». Всегда принимаем активное участие во всех мероприятиях районного совета ветеранов. Наши жители мудрого возраста откликаются на все наши просьбы, какие мы, с какими к ним подходим. И вот, пожалуйста, на сегодняшний день что у нас есть. Плюс свои мероприятия какие-то. Вот завтра у нас выставка народного творчества своего на День пожилого человека вместе с концертом. Заместитель главы Курагинского района Татьяна Родькина от имени главы района поздравила участников праздника, а в их лице и всех ветеранов Курагинского района с Днем пожилых людей. Спасибо за все. Желаю вам самое главное здоровье. Вам, вашим родным и близким. Хороших выходных. С кем ты делишь печаль, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? 1 октября. Этот праздник посвящен людям, прожившим долгую жизнь, сделавшим много полезного для своих близких и для своей страны и продолжающих активно принимать участие во всем, что важно в сегодняшнем дне. Вот и в проведении праздника они все сами приняли активное участие. Председатель районного совета ветеранов Валентина Лысенко вручила награды победителям праздничного конкурса «Кулинарный восторг». И в номинации «Лучший напиток» победил Марининский совет ветеранов.